Strawberry Shortcake Ice Cream Island Riding Camp. Капец. Это какая-то серия. Я видел, что еще другая игра, тоже на Game Boy Advance. Ну, нам выпала эта, поэтому вот играем ее. О боже. Эти прекрасные эти GBA игры для девочек. Ой, как я их люблю. Так, все по-английски. Капкейк. Капкейк это у нас что? Это у нас это, как назвать? Пирожок? Кексик? Кексик? А кастард как переводится? Почему-то я думаю, что это горчичка, но это что-то другое. Я сейчас чисто... Кастард. Заварной крем. Капкейк. Или это П? Папкейк? Куколка. Окей, куколка. Куколка и крем. Это типа собачка и, видимо, кошечка. Так, я отправляюсь в лагерь, где нужно будет ездить на животных. Но сначала я должна сделать пару вещей с девчонками. Что-то у нее одолжили. Вуф! Не сейчас этот... Как я сказал, я уже забыл. Не сейчас, папкейк. Ты должен остаться здесь и следить за Кастардом. Кошку зовут Кастард. Да? Кошка Кастард. Вуф-вуф. Угу. Он за мной следит. Теперь я слышала все. А почему собака не разговаривает, а кошка говорит? Я что-то не понимаю. Так, это, тут не испортите ничего, пока меня нет. Я была не права. Теперь я все слышала. Короче, я так понимаю, они все испортят. Боже. Боже, она прям в душу смотрит, я боюсь. Крем и куколка, точно. Это Кириадан. Привет, Оранж Блоссом. Да, пускай будут имена не переводятся и все. Ты готова к лагерю? Почти, Строубери. Земляничку. Клубничка. Клубничка ее зовут. Не могу найти свою шляпу ездовую. Никогда не катайся без нее. Не беспокойся, Оранж. Ты можешь одолжить мою. И, кстати говоря, об одалживании. Твоя расческа для пони, прости. Я чуть не забыла. Вот оно. Да не проблема. Так, Джинджер Снап и... Чего? Короче, целая сумка их есть. Ништяки для пони. Кучу их сделали. Тоже это нужно сделать. Я буду подготавливаться. Встретимся в лагере. А, да. Я надеюсь, ты не возражаешь против Мармелада, который поедет с нами. А, Мармелад это имя. Хорошо. Не проблема. Мне нравится компания. Увидимся там. Мне нравятся маленькие анимации. Когда он просто стоит, рукой качает. Шляпу поправляет. Что ты такое? Что ты летаешь здесь? Бесишь меня? Чё ты летаешь за мной? Не летай за мной, слышь? Муголь недоделанный. Строубери. Это что-то человек, которого я хотел увидеть. Это Энджел... Энджел... Кто назвал ее Энджел Кейк? А можно эту хрень улетит с экрана и не будет загораживать персонажа? Я хочу посмотреть на него. Можно ты улетишь куда-нибудь? Спасибо. Так, я хотела свою... Вот!
арфу? Арфу? Ты что? А зачем тебе арфа в лагере? Я включил. Лонгплей был 30 минут, так что ожидайте, что я буду играть час-полтора. Я думал, что это сегодня пригодится тебе. Вау, ну ты просто ангел, ангел Кейк. В любое время увидимся в лагере. Увидимся там. Окей. Я... Так, с Робери. Я надеялась, что ты придешь. Только что закончил приготовление своего свежего. Только что вот прям из печки печенье какое-то для пони. С какого хрена пони ест печенье, я не понимаю. Вовремя. Джинджер снэп. Это азикур. Чё ты туда кладёшь? Только лучшие вещи. Пару секретных ингредиентов. Наверное, ягоды. Пони любят ягоды. Не только это. Куски лилипутов. Туда кладет. Пони любят это. Это дед. Это здоровая пища какая-то. Это гений. Увидимся в лагере. Конечно. Я просто жду. Господи. Это что, имя чьё-то? Мустанг Макарон? Что? Кто-то готовит, печёт? Готовит быстро. Увидимся в лагере. Я и Дрил. То есть, подожди. Кириллюс. Голум тебе отличная игра, а вот это не очень. Как ты смеешь? Это печенье не для людей, его нельзя есть людям. Воу. Воу. Воу, платформер! Воу, 3D? Что происходит? Параллакс-скроллинг внезапный. Надо мост починить. Так, вот Strawberry Land Fairy. Я должна взять ее. Фею, что ли, вот эту вот? Окей. Че, все? Мы поехали. О, щит. Полная 3D. Я, знаешь, каждый раз удивляюсь, что Game Boy Advance может делать вообще. Это что это? Как? Что? Это возможно? Какого хрена? А ты говоришь, смотри. Ты видал, что происходит? Кирюс, не нуди. Готов. Можно я паузу нажму? Я хочу просто понять. А как? Это... Ну это не 3D элемент, это 2D элемент. Как будто в 3D окружении. Как это работает? О, нет. Нет. В смысле? Хитбокс! Что делать надо? Я плыву дальше. Бонг. Просто. Ксебоб, привет. Удивительно. Увеличение спрайтов. Красота же, ну. Для игры, которая для девочек, это, мне кажется...
слишком много тут труда приложили просто для одного, для одной сцены, которая, ну, длится что-то минуту. Так, мы здесь, мармелад. А это мармелад, что ли? Господи, как много сладких слов я сегодня узнал. Sweet Saddle Riding... Лагерь сладкого седла? Сладкий стул, ага. Ездовой лагерь сладкого седла? Прямо по пути? Прямо по печеничному пути? Пойдем. Лошадки! Лошадки! Привет, Honey Pie! Вот и я. Как раз вовремя. Для чего? Обед. Но сначала тебе нужно познакомиться с моими друзьями. А, Orange Twist. Это вот тот, который снизу слева? Судя по... И Milkshake. И Cookie Dog. Cookie Dog. Cookie Dog. Окей. А просто подойди и... А, печеньку нужно взять? Хорошо. Сделаю это. Увидимся на практиковочном поле. Так, нужно покормить кого-то. Что-то как-то... Как это делается-то? Чего? А что это за мной бегает? А что мне делать-то? Не усыпдал. Хранение есть, что ли? Я не совсем понимаю. Я вроде все нажимаю, а ничего не происходит. И влево уйти нельзя, и вправо уйти нельзя. Мне нужен мануал для этой игры. О! Ебалуй. Я уже все потыкал. Да. Сейчас бы мануал еще к этой игре найти, ага. Что-то мануала нету. Мануала нету. Их надо отогнать куда-то в определенное место. Нет, он убегает. Оу. Так, комфортное стойло. Милкшейк. Давно не виделись.
Я должна почесать тебя своей щеткой для пони! Так, в мануале написано. Да, в мануал в игре есть, окей. Так, пони должно сделать... Быть здоровым и нажимай кнопку L. Так, это у нас Shift сверху. Так, предметы. Предметы заботы какие-то. Чтобы делать пони счастливыми, нажимай кнопку R. Так, на стрелочке что-то выбирать. Вверх и вниз. Так, выбираешь предмет. И нажимаешь кнопку А. Изи. Да, изи, наверное. По всему острову можно найти предметы заботы. Или выиграть какие-то в гонках. Так, нужно нажать кнопку А. Чтобы выйти отсюда. Окей, это было R. Во-первых, на. Забота. На что-то нажимать. Куда побежал-то? Помыть ее, наверное, надо, да? Или воды ей дать. Похоже, нужно нажать А, чтобы... Да я не хочу выходить. Я хочу вот эту прекрасную полоску, которая... Да ну, блин, ну что это так сделано-то? Я подойти хочу. Чего это? Ягоды? Давай ягоды. А чё оно не прибавляется-то? Или оно прибавляется только вот от этого? Не понимаю. Я уже все потыкал. А, вот чё-чё. Любить, любить ложь. Книжку ей давай почитаем. Чё это такое? Книжку про что? Про... сердечку, не знаю. Жили-были две пони. Одну звали шоколадный ментол, а другую звали ванильные бобы. Они выросли вместе и были лучшими друзьями. У них была мечта, что однажды они покинут стойло и вырастут и станут богатыми и известными. Они заключили пакт, что однажды станут пони для шоу и узнают много трюков в книгах. Они практиковались каждый день и, наконец, они стали очень-очень хороши в этом деле. И тогда в один день они узнали, что самое лучшее пони-шоу в мире ищет талантливых пони, которые могут присоединиться к их акту. Но было только одно место. Ой, я знал, что к этому идет. А шоколад, ментол, ваниль... Да я даже выговорить это не могу. Короче, они знали, что только один из них сможет. И что это будет конец их дружбы. Ну, они заключили пакт, что они будут частью чего-то великого. И они пошли на этот... Господи, у коней бывает собеседование. У коней бывает собеседование. Здравствуйте, конь. Вот ваша зарплата, да? Пересчитывать будете? Все точно, да? Так что ли? Так. Шоколадный ментол прошел первым.
А он был великолепен. Но посреди его рутины он подскользнулся и повредил ногу. Он не мог продолжать. Зная это, ванильные бобы точно победит. Шоколадный ментол пополз домой. Он не хотел говорить прощай своему другу. Но тогда ванильные бобы повернулся. И вместо этого он подошел к шоколадному ментолу и пошел с ним домой. Кто-то из судей начал кричать, что ванильный бобыль, что ты делаешь? Не хочешь быть частью чего-то великого? Ванильный бобы посмотрел на него, на своего друга и улыбнулся. Нет, спасибо, я уже часть чего-то великого. Конец. Дружба. Дружба — это нечто великое. Не надо об этом забывать. Поиграем на арфе? Чего? Я решил Шенму сыграть вам, ребят. Сыграть «Игру престолов». Как сложно играть на этом инструменте. Я прям вообще прям хорошо играю, да? Thank you.
хватит. Наигрались, больно хорошо было. Не-не-не, я не хочу выходить. Не-не-не. Так, что еще можем? Подкова какая-то, что это такое? О, крестики-нолики. Землянички-подковки. Ну я что-то читерю больно сильно, не? И чё? Обманул меня конь! А, у него... Он выигрывает, у него радость растет. Это нормально? Ну ты конь, ну ты конь! Ну ты конище просто, ну... Так, что еще есть? Печеньку можем взять, да? И это все? Подожди, а вот если я еще раз проиграю? Может быть, ты попытаешься выиграть? Только один раз отработает. А что тогда нужно еще делать? Тут что-то, короче, походу еще куча предметов должно быть. Так, ну давай попробуем другого коня, что ли. Я же правильно понимаю? Ну. Конь счастлив. Ни хрена! Клубничка. Что-то новый предмет что-то какой-то. Интересно, тут прозрачность предметов сделана, конечно. А, тут еще какие-то эти есть, что ли? Дополнительные предметы какие-то появились. Почему-то похоже на охотников за привидениями. Как это такая же музыка играла. Что ты делаешь? Что это такое? Да. Смотри на это поле, милкшейк. Нам нужно начать игру, стоя на большой надписи X. А в чем смысл игры? А. Футбол на лошадях. Нужно забить гол, пока время не выйдет. Да, чё ты долетаешь тут, бесишь? А где мяч-то? А где мяч?
А, вот он. А, вот зачем это нужно было. Хорошая игра. ГГ. Победа команды Strawberry. Специальная ништячок какой-то. Для лошадки. Неплохо. Начать игру? На. Ни одного достаточно было раза. Чё? Землетрясение? О, ускорение есть. О. Это выносливость? Я думал, это радость. Это же значок радости. Так, это что? Что? Я знаю, как прыгать. На что я нажал? Что я нажал? Да ну как ты прыгаешь-то? Прыгни! Две кнопки, что? Что надо-то? Да она не прыгает! Да она не прыгает! Может, он мне объяснит, что нажимать нужно, не? Ты издеваешься? Да поливать мне. Ну что, меня в читерстве обвинят, что ли? Обвинят. Я не понимаю, как прыгать. Вот в чем проблема. Блин, это Game Boy Advance. Здесь две кнопки только. И две сверху. Почему я не понимаю, на какую кнопку нужно нажимать, чтобы, блин, прыгать? Так, вишенку выбрали какую-то. Ну зачем ты вышла? Меня интересует другой момент. Вот это. Чему вы детей учите? Неужели лошадь будет жрать тебе этот молочный коктейль? Ты чё? Чего вы детей учите? Так, а чё? Это мы уже делали вроде, нет? Да, это мы делали. А почему сюда две дороги ведут? О, нет. Ну да, может быть, жрать-то оно и будет. Мне кажется, быстрее помрёт. Так, это гонка на время. Я сейчас, секунду, соберу все, что здесь. Мороженое еще лошади. Давай, да. Это просто гонка прямая, что ли? Не хочу тратить. Е-ха!
Окей, хватило. Еще одна вишенка. Не одноразовый, что ли, чё? Какая-то мы не делали ради. Или другой какой-то. Это опять бег с препятствиями. Не ко мне. Я не понимаю, как прыгать, игра мне не объясняет, поэтому обойдусь без прыжков. Обойдусь без прыжков, не понимаю, как делать. Игра не хочет объяснять. Клубничку выиграли. 10 кассет. Я, знаешь, что боюсь, что эта игра может быть бесконечной. Хоть там есть и лонгплей, но что-то... Хоть сомнения у меня. Блин, они одноразовые, реально, что ли? Просто я это уже подбирался. Бдэ-пэ-пэ-пэ-бэм. Так, и... Где начало-то? Ё-моё. Где начало-то? А где начало-то? Эй! Начало будет сегодня, нет? Ё-моё, как далеко. Это всё, что ли, нужно пробежать? И в какую сторону? Что такое? Гонка? Что? Сейчас мы узнаем заодно, в какую сторону. Ага, конечно, не в ту. Нет? В ту. А это честно, что ты сквозь текстуру-то летаешь, а? Тогда я тоже буду не сквозь текстуру летать. Мне казалось, что дорога была длиннее. Это что такое еще? Что происходит? Что происходит? Что это? Ой, хлопать можно. Прям грандия какая-то, да? Тут явно что-то должно быть еще. Нет? Здорово. Это ты? А, да, скуп. Когда я вернулся из лагеря. Сложно концентрировать. Чё? А, то, что трясется все. Валуны собирать? Что? Расчистить путь? Окей, хорошо. Какой-то путь надо расчистить. Не совсем понимаю, что нужно делать. А куда его надо притащить-то? Тебе? Не похоже. Не похоже. Да ну нет! А можно скипнуть это? Ну блин, это все заново надо читать. Так, должно же быть какое-то обучение, нет? Мармеладки.
Чего? Ты что, обезумел? А куда их нужно стащить-то все? Не понял. Тут еще что-то. Ага. Вот сюда нужно их вытащить. Понял. Его не видно, он там сверху как-то нарисован. Нойс. Нойс. Я принцесса. Останьте. Это же Лили в клубничном мире. Серьезно? Серьезно? Не крать знает, что это за серия? Ты меня пугаешь, Лола. Воу-воу-воу, чего? Спасибо. Не проблема, Скоп. Есть идея, что вызывает этот грохот? То, чтобы вчера мы видели, как странная фигура прошла через развилку, пронеся с собой что-то тяжелое. Мы отправились на банановый утес, банановый пляж. Ага, я туда направляюсь. Вверх и направо, что ли? Ну, я видел развилку. Где? Ну, я же видел. Вот сюда, что ли? Музон роскошный. Я понял, как это работает, окей. И это что такое? Бас-бас-бас. Что? Гонку? Да какую гонку-то тебе? Что тебе все надо? Мы тут, между прочим, расследуем преступление века. Че, ты угораешь? Проблема в том, что нужен разбег, чтобы этот конь прыгал, а он не прыгает. Нужно держать кнопку и держать... А? Так, ну что мы тут ищем? О, пляж. Бедняга, что случилось? Все тряслось. Я искал, не, я смотрел на небо. Ну чё, потерял друзей. Не проблема. Надо подтолкнуть его. Составить на ноги. Давай. На! На! Так, спасибо. Мои 7 друзей где-то здесь. Им нужна помощь.
Когда бы не подумал, что я буду толкать в видеоигре черепах. Но это то, что было нужно. Да, толкай меня. Толкай меня. Музыка здесь классная. Такая чиловая прям. Я, правда, боюсь, сейчас внезапно кто-нибудь вклинится и начнет регги петь. Бо-бо-бо-бо-бо-бой. Тут точно лирика какая-то должна быть. Не знаю, что бы сделать, что бы мы без тебя делали. Ты помогла моему папе. Он был на мосту. Когда последний раз. А, помоги отцу. На мосту последний раз я его увидел. На каком мосту? Банана! Банана! Я взял банана. На каком мосту-то? Я что-то не видел никаких мостов. Мост. Ничего, батя! Спасибо. А почему все знают, как ее зовут? Ты прям спаситель. Да пожалуйста, Тэффи. Что случилось? Все начало трястись пару дней назад. И стало только хуже. Я думаю, это как-то связано с человеком и его машиной. Машина? Я не знаю, что-то. Но он что-то ужасное делает, какой-то шум. Просто иди по пути. Бордвок. Какой-то. Просто иди по этой дороге и все. А, вот это бордвок. Хуба! Это что такое? Зачем самое странное в этой игре пока что? Я вроде бы это лошадку чистил там. А теперь я расследую землетрясение. Это, наверное, то место, где эта машина. Ну где? Это перо черного ворона? Это перо размером с коня? Они живут здесь в лагуне. Нужно отдохнуть немного в конюшне. И тогда пойти по северному пути. Я надеюсь, белки его расчистили. Пойдем. Так, это надо ногой толкнуть. Тогда это поедет, что ли? Шуткат какой-то. В предыдущей локации было бревно. И вроде как она про него говорит. Ну, по крайней мере, я так думаю. Там не знаю. В этой локации это было? Нет, в предыдущей. До этого бананового. Банана! Здесь, да? Так, расчистили путь, ведущий в фаджевый лес. Фаджевый лес. Fucking forest, да? Тритричи.
как дела? У меня есть белая лошадь, которую зовут Милкшейк. Я катаюсь в шляпе с клубничками. Со мной разговаривают белки и феи. Как думаешь, мои дела? Великолепно. Это соревнование будут. Я бы сейчас не отказался бы от молочного коктейля с ананасом. У нас это пиццерия, помню, делала какое-то время. Вкусные такие были, прям. Гонка. Я прям чувствовал. Когда он полетит? Так, я ничего не знаю. Нет, я застрял. Ну вот ты меня сбила. Ну куда вот я шел? Куда вот я шел? Со своими гонками, блин. Ты сюда? Музон какой здесь, да? Та-тарам, тара-та-тарам. Тара-та-та-тарам. Не, игра топ. Так. Лес затопило? Я правильно понял? Что происходит? Стрим должны остановить эти течки. Зови бобров. Пинай. Фаджевые. Фаджевые. Да что это за слово фадж? Я знаю, что его используют англоговорящие, чтобы не говорить слово фак. Фадж. Фадж Болдерс. Что это за слово? Как оно переводится? Бесит. Короче, камни нужно пинать ногой, чтобы остановить течь. Не совсем понимаю, как это работает. Причем здесь камни и течь. Почему мне напоминает какой-то этот... мелодия? Вот этот, как он? Какой-то Агату Кристи, что ли? Воу! Что? Такой был-то. Я испугался. Разве он так? Пойдет? Тыр-ты-ты-ты-рам. Могло затопить еще чем-то сиреневым. Такие сильные берега вышли на прогулку. Что за дела? Спасибо. Окей. Okay. Похоже, последний.
Так, проблема наводнения какая-то происходит, в общем. Это в Лагуне. Здесь, наверное. О, 2D уровень. Светочки забираю, я забираю светочки. В общем, там в пузырях можно кататься. Фаджин Бабблс. Фаджин Бабблс. Можно выше так прыгнуть? Банана! Непонятно. Будем вставать. Чё? Почему прыгаете? Вы кто? Что это? О, нет. Похоже, айскрим остров весь потек. Вот это из-за этого устройства. Че, я подвинул. Это чье-то убежище? Я подозреваю, что этот кто-то вызывает проблемы на этом острове. Ах ты ж негодяй. Пойдем проучим его. Где он? И опять перья. Похоже на дрель. Бур, пускай будет. Кто-то использует эту протечку. А, вызывает эту протечку. Сверля землю. Но зачем? И что это? Пять перья. И что это? Что с размерами у вас? Это скорлупа от фисташки? Размером с человека? Остров потек, ну вы поняли? Нет, мы не поняли. Что там у тебя? Кто поймет, что у Кириллуса там на уме? Насмотрится там это порнографии 24/7. Что у него там потекло опять? Так, это может быть только из одного места? Из какого? Я не знаю серию. Мы вернулись к лошадке. Я не хочу, у меня тут предмет в кучу, давай, я клубничку дам. На, кушай. Что это, ведро шоколада, что это такое? Не похоже, что-то прибавилось. Мороженое хочешь? По-моему, это
лошадь не голодна. Нет, они не одноразовые, кстати. О, полностью. А что делать-то? Можно я посмотрю, есть ли у этой игры вообще титры? А то мы, может, сидим, мучаемся, а мы уже игру прошли. Кто его пойми. Секунду. Так, стоп, это оно? Так, ну типа он тут катается, делает все то же самое, что ёлы-палы. Здесь что, карта есть? Здесь что, карта есть? А как карту посмотреть? Так, это я уже сделал. Где ты, куд, как ты? На селект, что ли? Ладно. Я это уже все прошел. Так, и это я тоже уже прошел. А что дальше-то? А, там есть какой-то еще проход, что ли? Я его пропустил. Есть какой-то еще проход, и я его пропустил. Так, пардон, верните меня назад. Лошадь! Ну, со мной. Мы еще не закончили. А почему у меня видео на заднем плане, на переднем плане происходит? Вот, фисташковый пик. Мы туда не ходили. Вверх мы ходили. Лагуна. Банановый сплит бич мы ходили. Ну, по идее, да, одно остается, что ли. Фисташковый пик. Ну, типа, ок, вверх идем. А что-то я не видел прохода даже никакого. Почему путь, который ведет вверх, называется Южный путь? Неужели вулкан стреляет фисташками? Вот это я удивлюсь. Вот это я очень сильно удивлюсь. Ну теперь уже нет, если... Так... Где-то вот отсюда, да? Чего такое? Путь расчистили. Так, путь налево. Следуй по нему, они расчистили путь. А я даже не видел дорогу здесь. Вот этого я не видел. Так, завязывай. Чё, рейсимся опять, что ли? Да не хочу гонку с тобой. Ну, я пойду, как бы. Ага, нормально, нормально. А чё такая быстрая внезапно стала? Не стревай. Я успел. Так. Ну.
А чё у меня так хп мало? Это надо собирать? Фисташки ломаются! Уай! Ты чего делаешь-то? Чё, может просто наверх пойдем? Совсем понятно, что они тут хотят, чтобы я сделал. В смысле, зачем собирать это все? Сниф-сниф, нюхает. Так ты ворон! Че плачешь? Мой друг в беде. О чем ты говоришь про лакриц вип? Лакричный кнут? Что? Я думал, это он вызывает это все. Проблемы. Да так. Он что, хотел украсть печенье, чтобы продать его? В другом городе? Чё? У лошадей печенье украсть, чтобы продать в другом городе? Ты чё, наркоман? Мы не знали, что остров станет нестабильным. Это объясняет дыры и течь. Угу. Так, короче, он в беде. Я ничего не могу сделать. Ну, может, мелкшей кошек что-то сделать. Правда? Господи, это выглядит как будто этот, как у... Значит, сказки новогодние в этих... Во всяких. Ну, у вас наверняка в каких-нибудь этих... В домах культуры, в ваших городах. Такие сказки крутят на Новый год. Где, короче, волк или баба-яга в конце обязательно добряком оказывается, да? Ну, вернее, ее делают добряком, хотя она все время злой была. Ну, тоже главные злодеи, походу, добрые, на самом деле, да? Так. Ну и где он? Просто следуйте за мной. Ты вообще-то летаешь, я не могу следовать за тобой. Что это за звук? Это лавина, быстрее бежим. В смысле? Прям бежать нужно или что? Я так-то опасаюсь. А вдруг меня заварит сейчас? Я не буду бежать быстро. Вдруг... Какая-то лавина там за нами была. Ох, было весело, да? А, кто-то зовет на помощь. Господи. На помощь. Так, это лакричка, короче. Лакричный кнут. Звучит эпично. Лакричный кнут. Знаешь, кто-то кого-то прям лакричным кнутом. Воу. А как мне туда попасть? Ничего себе тут. Дела-то какие. А где проход-то? Так, удар поможет. Сделает плот. Тогда сможем приплыть. На камне. Интересная идея. На камне плавать. Ладно. Физика видеоигр. Странный камень может плавать. Секунды две. Так, его машина сломалась. Вот водовороты. Плавает. Угу. Попасть в центр и как-то его вытащить оттуда. Там. А как? А как я должен это сделать? Так что ли? Да ну а что я должен делать? Подожди. Я же не могу здесь ходить.
Ехать не могу. Я что-то упустил? Ну просто вот здесь... А, во! Прыгнул. Нифига себе. Ты что наделал? Веревка прицеплена к нему. Давай возьмем веревку и подтянем его. Все эти тяжелые тренировки должны окупиться. Ставьте кнопку А. Хорошо. Отличная работа. Ты вернулась. Что происходит? И где это была? А мы волновались. Она... Чего? Так... Чего? А, типа, она искала того, кто ответственен за все это, то, что происходит. За то, что тряслось все. Что тряслось? Где тряслось? А. Так, это все этот ворон, этот мужик непонятно. Ну почему? Да, это случайность. Нет, это... Хотели продавать печеньки, но они дураки. У них лицензии просто нет. Все. Так, что? Он что, пошел перед белками извиняться? Молодец какой. Ну. Простим его. Ну, он обещал, что так больше не будет делать. А потом через год, опять на Новый год, опять Баба-Яга стала злодеем. Волк тоже. Я что-то не верю. Похитили Деда Мороза, Снегурочку, всех остальных. Так, все эти разговоры меня заставили проголодаться. Да, был тяжелый день. И я думаю, ГГ, да? Да. Судя по всему, да. Просто имена разработчиков. Зачем вы в детской игре пишете такие слова, как КУА? Половина взрослых даже не знают, что такое КУА. А вы это сюда пишете. Хорошая игра. Хорошая игра. Не сильно долго. Напряжная. Но, знаешь что, немного странно, потому что вроде как все началось с того, что я почему-то думал, что эта игра будет про то, как мы лошадок там, ну, чистим, кормим, но внезапно это еще и история какая-то, которая просто переместила все, что было, ну, до этого. То есть, ну реально, я думал, что будем сейчас это просто на лошадках кататься, и все, и внезапно сюжет начался. Из ниоткуда. И мы уже забыли про то, что мы тут лошадей кормим и все остальное. Вот этот момент немного странный, ну, в целом игра вроде норм.